людям, все нормально, чисто, нам нравится. В деревне Универсиады Казанского федерального университета прошла уборка снега. По словам руководства общежития, в приоритете стоит безопасное и качественное передвижение студентов на его территории. Мы организовали постоянную уборку как внутренних, так и наружных территорий деревни Универсиады. Для этого привлечена организация, которая на конкурсной основе осуществляет уборку территории деревни Универсиады. Более 60 человек, в том числе 30 человек на улице. На данный момент кампус полностью очищен и приведен в порядок. Важно, что сейчас здесь проживает свыше 9 тысяч человек. Работа не прекращается ни на минуту. Для уборки задействовано несколько единиц техники. Это трактора «Белорусы», коммунальная техника с щетками, с отвалами. Это «Амкадоры», это экскаваторы-погрузчики. Также задействуются «КамАЗы» на вывоз снега. То есть в настоящее время задействовано порядка 60 человек на уборке внешней территории. Уборка происходит в круглосуточном формате по мере выпадения снега. Также после того, как снег выпал, наша компания занимается вывозом снега с территории. Раз в месяц уж точно, наверное, опрос производим. Вот совсем недавно, буквально в декабре месяце у нас проходил перед началом экзаменационной сессии встреча проректора по хозяйственной деятельности Алмаза Мивазыховича со студентами. И производил опрос, каким образом реагируют на устранение тех или иных недостатков, тех или иных вопросов, возникающих бытового характера в коммунальной сфере. Как сообщил директор студенческого городка, любой желающий студент может оставить заявку с замечаниями на официальном сайте общежития деревни Универсиады. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.